Два человека скончались в Южной Корее от вируса ближневосточного респираторного синдрома MERS. Всего во вторник были подтверждены 25 случаев заболевания, что превышает число заразившихся в Катаре, где вирус появился ранее. Сообщается, что все заболевшие проходили лечение в той же клинике, куда был доставлен первый пациент, 68-летний кореец с симптомами коронавируса MERS. Этот вирус очень опасен. Я думаю, что если не принимать каких-либо защитных мер, то можно легко заразиться. Вот поэтому я ношу эту маску. Надеюсь, что мы сможем как можно скорее избавиться от этих масок. Но для этого правительство должно активнее бороться с вирусом и больше заниматься этой проблемой. Первый пациент, как пишут газеты, вернулся из поездки в Саудовскую Аравию и Бахрейн 4 мая. Сразу после этого он обратился за медицинской помощью. В настоящий момент около 700 человек помещены в изоляторы.